Муниципальным советникам Бельц могут повысить размер компенсации за участие в заседаниях. Пока же эта сумма составляет всего 52 лея, в то время как народные избранники столицы получают по 2000 леев. Есть одни советники, например, у которых есть бизнес, которым эти деньги не нужны, они могут их отдавать там, в школу, в приют, пенсионерам на дрова. Есть советники, ну, у нас же не бизнес-элита города собралась, да, я имею в виду 35 советников, у каждого разная ситуация. И для одних это будет подспорьем, для других это будет возможностью отдать бабушке на дрова не 52 лея, а дать 2000 лей, да? Кроме заседаний муниципального совета, народные избранники обязаны участвовать и в различных комиссиях, которые не оплачиваются. Pentru 52 de lei care se dă la ziua de astăzi, cred că niciun consilier nu ar sta vreo 10, 8, 7 comisii care să muncească, ca să le piardă câte 2 ore în fiecare comisie. În municipiul Chișinău este 2000 de lei pentru un consilier pe lună, chiar și în satele Moldovei sunt 900 de lei, în centre raionale au câte 1000, 1000 jumătate de lei, unicul municipiu Bălți are 48 de lei curat la mână un consilier. Это 50 еще полагается налогом. 48 получается. То есть не так, как 50. Народные избранники от партии социалистов против повышения компенсации и собираются воздержаться от голосования. Если советник дал добро и баллотировался от соответствующей партии, значит он знал, на что он идет. Для того, чтобы данный советник отсутствовал на работе мотивированно, ему выдается соответствующий документ, и он его сдает в отдел кадров соответствующей структуры. Не будем называть какой, но являюсь директором фирмы. У меня есть время заняться, будем говорить, общественными делами. Вопрос о повышении размера компенсации за участие в заседаниях муниципальные советники Бельц рассмотрят в декабре при планировании бюджета на следующий год.